На своих экранах вы видите оперативную съемку задержания взяткодателя и его посредника. Вышневолодским и Жаюном следственным отделом регионального следственного комитета по материалам, предоставленным региональным УФСБ России, возбуждено уголовное дело. Задержание происходило 3 февраля. В ходе встречи взяткодатель передал сотруднику правоохранительных органов взятку в сумме 250 тысяч рублей за способствование в принятии сотрудниками органов внутренних дел решения о возвращении изъятого у него ранее торгового павильона в рамках осуществления оперативно-розыскного мероприятия табачной продукции, не имеющей маркировочных обозначений и не привлечения к установленной законом ответственности. В момент передачи денег преступные действия подозреваемых были пресечены сотрудниками УФСБ России по Тверской области. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается. 25 февраля Тверской областной суд. Через несколько минут здесь начнется судебное заседание в отношении 6 мужчин, обвиняемых в ряде убийств, подстрекательстве к убийствам и их организации. Предварительным следствием установлено, что в конце 2001 года киллерами банды «Тверские волки» или «Ломовские» было совершено заказное убийство предпринимателя в городе Кимра Тверской области. Этими же киллерами этой же банды в феврале 2002 года на территории города Твери было совершено заказное убийство представителя Чеченской Республики. Одним из киллеров банды также по заказу было совершено убийство предпринимателя в городе Торжок Тверской области в апреле 2002 года. Киллерами данной банды в июле 2002 года было совершено убийство по найму лица, занимавшегося реализацией алкогольной продукции. В каждом убийстве есть заказчики, они же организаторы преступлений. Всем троим предъявлено обвинение. Двое под стражей, один по состоянию здоровья под подпиской о невыезде. Еще раз отметим, убийства совершались с ноября 2001 по июль 2002 года. То, что мы сейчас вменили исполнителям и заказчикам, это 4 трупа, 4 потерпевших. Заказчики, они ранее судимы, ранее попадали в поле зрения правоохранительных? Нет, никто из них ранее не судим. Один привлекался к уголовной ответственности, но не за преступление против жизни, против личности. Там у него коррупционное было преступление. Убивали ради раздела каких-то коммерческих интересов? Это деньги, мотив какой? Где-то коммерческие интересы, где-то личные неприязненные отношения. Более 18 лет по приостановленным уголовным делам проводилась оперативно-следственная работа. Дело удалось довести до суда благодаря взаимодействию нескольких правоохранительных структур. В одной связке работали следователи регионального следственного комитета, криминалисты регионального СК и главного управления криминалистики Следственного комитета России, оперативники областного УМВД и УФСИН России. Имена заказчиков убийств до приговора суда следствие не разглашает. Известно лишь, что это успешные предприниматели из Твери, Кимр и Торжка. Что касается Агеева, Осипова и Баскакова, то они уже осуждены к пожизненному лишению свободы. Какое наказание ждет преступников за новые эпизоды, мы сообщим позже.